Сегодня транспортные компании, стремясь уменьшить издержки, все чаще обращаются к стартапам с просьбой разработать новые технологии, позволяющие удешевить этап так называемой «последней мили». Так и на этот раз Starship Technologies, зная о необходимости минимизации накладных расходов, предложил разработку, которая в самое ближайшее время начнет использоваться на улицах нескольких европейских городов. Мы сами посмотрели, какова реакция прохожих на нашу новинку, проехав порядка 7 тысяч километров по тротуарам. Мы видели более полумиллиона человек. Мы специально им задавали вопрос о том, насколько они готовы согласиться с такого рода транспортным средством на улицах. Мы не получили ни одного резко отрицательного ответа. Средняя скорость составит 3 км в час. Это совпадает с темпом неторопливой прогулки. Бортовой компьютер позволит избежать столкновений, потому что он получает сигналы от сенсоров, предупреждающих о препятствиях. Те, кто пользуется такого рода доставкой, смогут следить за передвижениями транспортного средства с помощью соответствующего приложения на смартфоне. Это не водитель, это не парень на скутере, это робот, который управляет транспортным средством, доставляющим вам вами же заказанный товар или груз. Это может быть и пицца, и покупка, сделанная в сетевом магазине. Это новый опыт для тех, кто сегодня использует такой вид сервиса. Радиус действия транспортного средства составит примерно 3-4 километра. Потрясающее применение новейших технологий. Мы видим, что за последние 3-4 года робототехника сделала по-настоящему гигантский рывок вперед. Первыми такое устройство увидят на улицах жители Лондона, Дюссельдорфа, Таллина и Берна. We'll be right back.